Привет, YouTube. Продолжаем решать задачи из сборника Демидовича. Четвертая задача. Нас просят доказать по индукции, что сумма степеней двоек до n минус 1 равняется 2в n минус 1. Ну, начинаем с базы. База индукции. Проверяем утверждение для n равного 1. Слева у нас будет стоять 2 в нулевой, то есть 1, а справа 2 в первой минус 1. То есть тоже единица. База выполнена. Индукционный переход. Пусть утверждение уже верно для n. Мы хотим доказать его для n плюс 1. Рассмотрим n плюс 1. Тогда слева у нас будет стоять сумма 1 плюс 2 плюс и так далее плюс 2 в n минус 1 плюс 2 в n. И мы можем ее преобразовать. Зная, что вот эта вот сумма по индукционному предположению в точности 2 в n минус 1 плюс 2 в n. 2 в n плюс 2 в n это 2 умножить на 2 в n минус 1. 2 умножить на 2 в n это 2 в n плюс 1 минус 1. Это и есть выражение левая часть, где n заменили на n плюс 1. А значит, индукционный переход верен. И мы доказали это равенство и решили задачу.